Всем привет! Сегодня мы вас опять погрузим в легенды древнего города Стамбула. Сегодня расскажем вам про легенду Галатской башни. Вот вы можете ее наблюдать позади меня. Она выглядывает немного из плотно застроенных зданий. И турецком ученом Икаре. Эта история является правдивой. Так говорят легенды. И книги про этого ученого, который жил на самом деле в Турции в 1632 году. Звали его Ахмед Челеби по прозвищу Хезарфен. И все бы ничего, но его коллеги занимались в то время поощряемой ученой деятельностью, однако этого все время тянуло в небо. И он постоянно изобретал какие-то летательные аппараты. Сначала он построил летательный аппарат с орлиными крыльями и несколько раз хотел взлететь над районом Окмейданы. В конце концов, в 1632 году ученому удалось совершить по тем временам безумный и очень романтичный поступок. Он спрыгнул с вершины Галатской башни. Вот, посмотрите. Ее высота составляет 55 метров. И перелетел на самодельных крыльях, причем спрыгнул, и перелетел не через узкий золотой ров, а решил перелететь через весь Босфор. Тем самым пролетев на самодельных крыльях целых 3,5 километра и приземлился без единой травмы на площади Доганжелар в районе Ускудара. Это вот аж вот там вот. В то время, как раз таки в это самое время, когда летел этот ученый и приземлился на эту самую площадь на Ускударе, в замке Топкапы находился султан. Вот вы сейчас видите на видео этот замок. Его постройки достаточно широкие такие. Находился султан Мурад IV. И был поражен зрелищем. В результате чего он пригласил ученого к себе во двор и наградил его мешочком золота. Но советники султана Мурада IV предостерегли его и попросили держать ученого от себя подальше. Кто знает, на что он еще мог быть способен. В те времена такие поступки воспринимались больше чудом, чем чем-то научными технологиями. Но, к сожалению, Мурад IV послушался своих советников и сослал ученого в Алжир, где он и умер совсем молодым в 31 год. В дальнейшем история говорит, что его брату удалось совершить пилотируемый запуск ракеты. Вот такая вот была семья ученых, которые наводили ужас на султанов тех времен. Как хорошо, что сейчас открытия ученых облетают не тайнами и суевериями, а помогают им развивать страну, в которой они живут. Всем пока!